В рамках проведения вторых игр стран Содружества независимых государств Министерством внутренних дел проводится акция «За безопасность вместе». Во всех городах проведения развернулись интерактивные площадки органов внутренних дел и внутренних войск, где мы знакомим наших гостей с историей органов внутренних дел, где мы их знакомим с техникой и вооружением. Сама акция направлена не только на наших деток, на подрастающее поколение, но и на взрослых. Одним из самых ярких мест проведения вторых игр стран СНГ, безусловно, является наша столица, город-герой Минск, где мы в рамках акции «За безопасность вместе» развернули одни из самых ярких интерактивных площадок. Мы ждем всех наших уважаемых гостей, сможем обогреть, накормить вкуснейшей солдатской кашей из полевой кухни и оставить самые незабываемые впечатления от посещения наших площадок. Милиция всегда рядом.